По царским дворам отправились полицейские и волонтеры в поисках гуляющих мам с детьми. Просят не выходить на улицу. Наказывать никого не планируют. Конечно, если нарушитель не станет сопротивляться указаниям стражи порядка. Теплая погода уже вторую неделю. В павлодарских дворах многолюдно. Стоит напомнить, что карантин в городе действует с 13 апреля. На разъяснения в СМИ и соцсетях жители не реагируют. Полицейские пошли в народ. Нами работа проводится в первую очередь не карательного, значит, характера, а именно нашими сотрудниками не преследуются. То есть наказать, оштрафовать. То есть, уважаемые граждане, должны понимать, родители их, то, что сотрудниками полиции разъяснительная работа проводится в первую очередь для них самих. Сегодня людей просили просто вернуться домой. Агрессии в свой адрес полицейские не наблюдали, а потому и повода наказывать нет. Хотя составить протокол за нарушение режима ЧП в отношении, к примеру, мамы ребенка вполне могут. Такой прецедент может возникнуть, если женщина откажется выполнять указания стражи порядка. В опорный пункт, к слову, придется ехать вместе с чадом. Артем Кнева, Дмитрий Моисеенко, телекомпания.